ветеранам, всем ветеранам, огромное спасибо, потому что без их подвига не было бы дальнейших светлых дней. И мы бы не жили, просто бы не жили бы без них. Дорогие ветераны, спасибо вам за то, что вы дали возможность нашей стране быть свободной, за то, что вы нас освободили от немецко-фашистских захватчиков. Спасибо вам за наше детство, юность и будущее жизни. Спасибо вам огромное, мы вас очень любим и ценим. Этот праздник, он касается каждую семью. И, как говорится, мой дед тоже участвовал. Бабушка, медик. Вот, они тоже принимали участие. У них, даже вот у бабушки была медаль за победу над Германией. То есть она была тружеником тыла в военном госпитале. Всех коснулось. Вот, а дед, он, их как бы служба не была вот так заметна, но он охранял очень важное, интендантский поезд, где вывозились секретные ценные документы и разные важные сведения. У меня воевал дед, он дошел до Берлина и какое-то время, еще около 10 лет, оставался там комендантом. Все. Вы им гордитесь? Безусловно, на все 100%. Конечно. Спасибо.